Здравствуйте, дорогие телезрители, меня зовут Сергей Терехов, с вами программа «Слово и бизнес». Я думаю, что многие из вас сталкиваются с различными трудностями в вашей жизни, и когда вы проходите эти трудности, и, возможно, вы поворачиваетесь назад, смотрите, и вы благодарите Бога за те трудности, которые вы прошли. Они сделали вас мудрее, сильнее, и я верю в то, что Слово Божие говорит в послании Римлянам, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует во благо. В моей жизни, так же, как и в вашей жизни, было много различных трудностей. И я, поворачиваясь и смотря на свой жизненный путь, я понимаю, что Бог повернул мне во благо. Я могу много различных историй рассказать из своей жизни, из жизни в бизнесе, из личной жизни. Но я хотел бы вам сегодня поделиться такой одной притчей. Это было в 14 веке. Жил один царь, у него был друг. Этот друг всегда говорил, что бы ни случилось, слава Богу, это хорошо. И один раз этот царь с другом, они поехали на охоту, и друг зарядил царю ружье, и, вероятно, много пороха положил. И когда царь выстрелил из этого ружья, ружье разорвало и оторвало царю палец на руке. И когда друг увидел оторванный палец, он сказал, слава Богу, это хорошо. Царь рассердился на этого человека, говорит, что же хорошего? Говорит, посадите его в тюрьму. И когда его уводили в тюрьму, он повернулся и сказал, слава Богу, это хорошо. И через некоторое время этот царь поехал на охоту в Африку. И в Африке его поймало племя туземцев и решили его съесть. Но когда один из туземцев осматривал его, он увидел, что у него на руке нету одного из пальцев. И они решили отпустить его, так как они рассуждали так, что они инвалидов не едят. Этот царь счастливый вернулся домой. И он вспомнил, что этот палец оторвало ему на охоте год тому назад. И он вспомнил про своего друга, который в темнице. Он прибежал, выпустил друга из темницы и говорит, «Друг, ты знаешь, я был в Африке, меня чуть не съели, но так как у меня был оторван палец, меня отпустили». И друг говорит, «Слава Богу, это хорошо». Он говорит, «Ну да, царь, это хорошо, но плохо то, что я тебя в тюрьму посадил». И он говорит царю, «Понимаешь, царь, если бы ты меня не посадил в темницу, на той охоте в Африке я был бы вместе с тобой, а у меня все пальцы на руках целы. Поэтому, слава Богу, это хорошо». Пусть Бог благословит вас осознанием того, что Бог делает все во благо. И пусть эти слова станут девизом для вашей жизни, что любящим Господа, призван по Его изволению. Все содействует во благо. Пусть Бог вас благословит. До новой встречи. До свидания.